11 декабря под руководством главы города Зайнуддина Акмазова в зале заседания администрации прошло аппаратное совещание с участием руководителей и служащих муниципальных ведомств и управлений. На повестке дня заслушиванию подлежал отчет отдела ЗАГСа о проделанной работе за 2017 год и за 10 месяцев текущего года. Приведу статистические данные за последние 3 года. С каждым годом регистрация актов гражданского состояния, конечно, все уменьшается. Рождение в 2016 году 2240 зарегистрировано. В 2017 году на 151 меньше. За 10 месяцев 2018 года на 53 больше. Браков 545 в 2016, в 2017 году на 73 меньше и в 2018 году на 45 меньше, чем в 2017. Разводов 119 в 2016 году, в 2017 году на 9 меньше, а в 2018 году больше на 11. Установление отцовства 792 в 2016 году, в 2017 на 62 меньше, в 2018 году на 14 меньше, чем в 2017. Перемен 74 в 2016. Меньше на 21 в 2017 году, больше в 2018 году на 5 единиц. Смерть 625 в 2016 году, 613 в 2017 году и минус 32 вот в 2018 году. Усыновление 10, 11 и, соответственно, 4 в этом году. Всего актовых записей за 2016 год произведено 4405. В 2017 году 4078 и за 10 месяцев 2018 года 3485. Это больше, чем за 2017 год на 47 актовых записей. Выдано повторных свидетельств 1779, в 2017 году 2055, в 2018 году 1111. Оплачено госпошлины в 2016 году 1 451 400. В 2017 году 1 592 550. В 2018 году за 10 месяцев 1 085 550. Рассмотрено входящие корреспонденции в 2016 году 930, в 2017 1233, в 2018 году 932. Исходящие корреспонденции. В своем выступлении начальник отдела Улай Алижанова изложила не только сравнительный анализ деятельности уходящего года, но и отметила, что еще предстоит сделать колоссальную работу, так как количество предлагаемых услуг отделом ЗАГСа не уменьшается, а наоборот требований с каждым годом становится больше. В свою очередь Зайнуддин Акмазов обратил внимание на необходимость осуществлять работу в тесном взаимодействии со всеми службами, имеющими прямое или косвенное отношение к ним. Докладчиком по данному вопросу выступил управляющий делами администрации Гаджиев Магомедов. Колоссальная работа проводится отделом, но вместе с тем еще есть какие-то недоработки, элементарные недоработки, которые им нужно устранить вместе с нами, вместе с управделами. Это координация действий с этими отделами, которые здесь было сказано, меня опередили с отделом статистики и с другими нашими службами, и с работой с МФЦ. Надо с ними координировать тоже действия, и вот электронная форма обращения граждан до сих пор, естественно, все сказали, что еще ни одного обращения не было. Я просил бы через Нажила, значит, чтобы через массу информации, через телевидение, через газеты, здесь Шахмагомедов тоже присутствует, нам надо какое-то координировать действие, надо с населением города для того, чтобы они... Далее в рабочем порядке информацию о ситуации в городе доложили руководители коммунальных, правоохранительных и социальных служб. По всем вопросам ответственным лицам были даны соответствующие поручения и сроки их исполнения. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».